Столкновение пикапа и внедорожника перед Баляевским мостом. Иномарки с места аварии забрал эвакуатор. Участники ДТП – двое мужчин. Говорить об аварии они отказались, ссылаясь на свою значимость и известность в городе. По расположению автомашин видно, что Nissan пикап двигался по Баляевскому мосту в сторону улицы Котельникова. Его оппонент, водитель Infiniti FX35, выезжал из-под моста. Кроссоверу не хватило радиуса разворота, и мужчина выехал на встречную полосу. Пикап на полном ходу снес внедорожник, водители не пострадали, а вот машины сильно разбиты. Автовладельцам пришлось вызывать эвакуатора, чтобы их машины убрали с проезжей части. Хозяин Infiniti считает приблизительную стоимость ремонта авто. За 50 тысяч рублей его иномарку поставят на колеса уже к концу месяца. Nissan будут ремонтировать на страховые выплаты. У пикапа повреждена ходовая часть и сильно деформирован кузов.